Знаем президента в последний путь, но он вечно будет жить в сердцах наших, наших внуков, правнуков, вечно. Это наш любимый, наш дорогой президент, который сделал для нашей страны очень многое. То, что мы не видели, то, что мы не знали. Он поднял нас на мировой уровень, нашу страну. Мы должны, народ, мы должны уберечь то, что сберечь и ценить то, что он создал для нас. Мы должны крепко держаться за друг друга и беречь все, все, что он для нас подарил, создал и для нашего, для будущего наших детей. Открыл дорогу в мир, открыл дорогу в другие международные страны, чтобы наши дети учились в этих странах и представляли его лицо. Лицо, наш народ, это лицо президента нашего. Дай Бог, чтобы его... чтобы он был в раю. Джоди Анатабуслан. Наш президент всего за 25 лет нашей независимости сделал Узбекистан развитым государством, цветущим краем. Сделал много добра. Огромное спасибо. Мы скорбим все и выражаем соболезнования родным и близким. 3 часов утра стоим, ждали вот эти вот минуты. В добрый путь, Ислам Абдуганиевич, мы вас очень любили, скорбим. Всем родственникам, всем согражданам, нашим соотечественникам, всем наши соболезнования. Мы никогда не забудем его, будем всегда чтить, память о нем всегда будет с нами. В глазах, в душе каждого юного узбекистанца сегодня скорбь. Ее признаются не выразить словами. Это траур души, сердца. Поколение, для которого Ислам Каримов сделал так много. Юношей и девушек, что постоянно устремлены к новым высотам. Обладают глубокими знаниями и четкой жизненной позицией. Всему этому учил наш первый президент. Как отмечалось в сообщении Оли Маджлиса и Кабинета министров Республики Узбекистан, по желанию нашего дорогого президента он будет похоронен в соответствии с мусульманскими обычаями в Самарканде, где покоятся его родители. В соответствии с постановлением Законодательной палаты и Сената Олей Маджлиса Республики Узбекистан Кабинета министров была создана государственная комиссия по организации похорон первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Аэропорт Ташкента. Столица в последний путь проводила первого президента Республики Узбекистан, отдавая самые высокие почести. Воздушный лайнер вылетел в Самарканд. Каждая пять родной земли священна. Глубокая философия жизни обрела в годы независимости особый, законченный смысл. Когда восстановили бесценные страницы истории. Память о великих предках, живших и на древней, благословенной земле Самарканда.
Воздушное судно, вылетевшее из столицы нашей республики, прибыло в родной город первого президента Республики Узбекистан. В международном аэропорту Самарканда приспущены государственные флаги. Выстроен почетный караул. Судьба каждого из нас неразрывно связана с судьбой Родины, страной, что за годы независимого развития по инициативе первого руководителя нашей страны добилась впечатляющих успехов во всех, без исключения, сферах. Уверенно идет по пути модернизации и обновления. Мир, прогресс, благополучие, стабильность, процветание. Каждый узбекистанец знает, что это дается не просто так. Всему этому бесценному богатству заложил основу Ислам Каримов. Отдавая дань уважения и почести, от самого аэропорта и до родительского дома нашего национального лидера на улицы вышли тысячи и тысячи соотечественников. Мир, чистое небо, единство, благополучие народа. Дать стране это мог только истинный руководитель, обладающий несгибаемой волей, мужеством, глубоким видением будущего государства. Таким был наш первый президент Ислам Дуганиевич Каримов. Родительский дом усопшего с самого раннего утра был полон людьми. Здесь были совершены национальные обряды. Для того, чтобы проводить последний путь первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова в город Самарканд прибывают руководители и представители ряда зарубежных государств и международных организаций. В частности, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф, государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Рашид бин Ахмад бин Фахад, исполнительный секретарь Организации Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев и другие. Прибытие высокопоставленных представителей зарубежных государств продолжается. Скорбит страна, народ, который он безгранично любил и которому посвятил всю свою жизнь до самых последних дней. Наш первый президент, тяжелейший период становления молодого государства, своей волей и решительностью вывел Узбекистан на путь строительства сильного демократического государства. Путь сквозь успехи, рубежи и достижения к нашей реальности. Он говорил: «Да поддержит нас Всевышний!» и лично возглавлял все благие начинания. Ему посвящается признание, любовь и благодарность народа. Ушедшего от нас Ислама Абдуганиевича плечом к плечу, сердцем к сердцу, с особым почтением несли жители страны, прибывшие со всех регионов. Процессия до мечети Тель-Акора на площади Регистан. В похоронных мероприятиях первого президента Республики Узбекистан приняли участие государственные, общественные, религиозные деятели, представители зарубежных государств и аккредитованных дипломатических миссий. В соответствии с мусульманскими обычаями была зачитана молитва. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Слова не нужны. Обо всем расскажет память в сердцах миллионов. Любовь, уважение и почитание. И завтрашние ростки будут так же крепки, как под куполом добрых устремлений продолжит создаваться будущее, в которое верил и ради которого жил наш ислам Абдуганиевич Каримов.